Всем привет, ребята! И сейчас я хочу сделать из обычного лобзика по фанере лобзик для пенопласта, соответственно, горячий. Для этого нам понадобится старый провод от зарядки для телефона, термоусадка, вот такие вот скрутки, выключатель. Два болта с гайками и непосредственно нехромовая нить диаметром 0,3 мм. А также нам понадобятся стяжки и будем пользоваться паяльником. Итак, у нас есть обычный лобзик для, по фанере. Мы его разбираем. Берем наши скрутки. У меня не было, будем использовать гайку. А этот нам надо прикрутить через ручку. Следующее. Нам надо зафиксировать кнопку включение-выключение. Для этого мы воспользуемся стяжкой. Так. Следующее, что нам надо сделать? Берем наш старый провод. По факту нам надо только красный и черный провод. Соответственно, черный это минус, красный это плюс. Удаляем ненужные провода. Нам надо сейчас припаять пристегиваем провод. Берем нехромовую нить и продеваем ее через эту штучку и через эту. Закручиваем. Натягиваем и закручиваем здесь. Лишнее можно отрезать. И все лишнее отрезаем. Ребят, вот такой резак получился из обычного лобзика. На примере обычной губки посмотрим, как он режет. Для этого берем блочок помощнее, 2,4 ампера. Вставляем наш мега крутой лобзик
Он еще не включен. Включаем. И можно что, ребята, спасибо за просмотр. Дальше будет еще больше прикольных самоделок. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. А я со всеми прощаюсь. Пока!